Здравствуйте. Очень часто мы получаем вопросы, по которым мы уже сняли видео. Я понимаю, что у нас канал сейчас достаточно большой. Видео у нас уже загружено более 1000. И найти видео, просто вот так вот листая наши видео по порядку, ну, практически невозможно. У Ютуба есть поиск. Вот я показываю, вверху находится поиск. И найти видео по вашему вопросу очень просто. Например, набираете свой вопрос, ну, например, субстраты, да? Субстраты и название нашего канала. Ну, достаточно набрать Еникеев. Павел можно даже не набирать. И нажимаем на поиск. И вот YouTube предлагает несколько видео по вашему вопросу. Вот универсальный субстрат для посадки растений, как выбрать профессиональный субстрат, сбор мха для приготовления субстрата для стрептокарпусов, обзор профессиональных субстратов, доступный субстрат и много других смежных видео по этому вопросу. Например, кокосовое волокно, готовим субстрат, о сапрофитных грибах на субстрате, о профессиональных субстратах для комнатных растений. Еще одно видео, два таких подобных видео и так далее, вплоть до того, что вот влияние укоренителей и все смежные вопросы. Например, другой какой-то ваш вопрос, ну, вредители, да, допустим, вредители, опять нажимаем на поиск. И вот YouTube опять предложил много-много видео по этому вопросу. Чем точнее вы опишете свой вопрос, тем более точно YouTube даст, предложит вам наше видео. Ну, например, вот если мы напишем не просто вредители, а, например, добавим трипс, да? Вот, трипс. Оп, поиск. Вот. YouTube вам предложил, кто ест мои растения, трипс, и о самых распространенных, ну, в общем-то, вот первые два видео точно подходят под ваш запрос. Или, например, удобрение. Опять же, не забываем вот здесь писать название нашего канала. Можно писать Павел Еникеев, можно писать Еникеев, достаточно Еникеев, не так много Еникеевых у Ютуба. Ищем удобрения. Вот. Что нужно знать об удобрениях для комнатных растений? О плюсах внесения удобрения с каждым полива. Когда стоит увеличивать концентрацию удобрения. Удобрения пролонгированного действия. Что влияет на развитие корневой системы. О фосфорном удобрении. И вот, можно сказать, первые 5 видео прекрасно подходят под этот вопрос. Что еще? Любой вопрос, прежде чем, допустим, задавать нам, я считаю, что для начала нужно спросить у YouTube, а может быть, такие видео уже есть. Ну, в общем-то, все. Подписывайтесь на наш канал, и мы будем снимать для вас еще новые видео. Если вы не нашли ответы на свои вопросы, пишите нам, и я думаю, что мы подготовим, соберем информацию и прибавим сюда свой собственный опыт и снимем видео.